Так, рассказываю, значит. Во-первых, Симку, домой против Тиван, у нас ёбнутая серия должна быть. Ввожу в курс дела. Значит, я заболел в субботу, когда был на леке. А у меня всю неделю была температура 38. Вчера была вечер... Я уже думал, вроде выздоровел, но в итоге у меня вчера вечером было опять 37-37,5. Чувствую себя вроде более-менее, так что посмотрим. Но это особенно к тому, что лека не было, нет лека на ютубе. Я болел. Такие дела. Надеюсь, что сегодня нормально две серии сможем посмотреть. Я не обещаю какой-то жесткий активный кастом или еще что-то, потому что если я буду жестко активно кастить, я думаю, что я... Ну, вы поняли. Вот, поэтому как есть. Так, у нас шоумейкер на вигарчике. Один из немногих, кто играет на вигарчике. Волский. Гума на Джинкс, Джинкс трэш ботлейн, плюс Фейкер на Арии, Зиус на Кенане на своем любимом. Ну вообще, кстати... Вейгар выглядит очень хорошо в правый драфт. Вейгар мешает Ксину. Чё вообще Ксин появился? Откуда Ксин в драфте появился? Вейгар мешает очень сильно Аре, Вейгар мешает Ксену, Вейгар очень сильно мешает Кенану искать какой-то фланг и так далее. Пик Вейгара мне здесь супер нравится. Да и пик Шая тоже. То есть у нас справа такой прям all-in с Аре, Кенаном, вот этими фланками и так далее. И та же самая Шая с этим справляется хорошо, и стенка Вейгара мне нравится, и Кассанта может задизенгейджить, Лисин может задизенгейджить. То есть левый драфт вообще кайфово может прям принимать эти все драки. Но у них, у самих слева, не прям чтобы очень много инициаций, хотя там есть Кенен на Лисине, он всегда может найти кик. Вот, поэтому такое. Но вообще, выглядит так, что вполне может быть игра winnable для дипласов. Мне очень интересно будет посмотреть, как у нас пик Вейгара раскроется. Она дать на боте. Онер. Фейкер подходит, Онера подрутали, да без ешки. Ну-ка, Керри попадает, какое! Ебать, Керри, ну пощади ты, зачем сразу так жестко? Первая кровь для Тиван получается. Так, стена. Ну, здесь Онер опять не подстанет. Фейкер прыгает вперед. По Кэнину, выбивая скачок из Кэнина. Шоумейкер тем временем забирает военного Онера. Но Гума разменяется, понятное дело. Келлен, слушай, играет по Фейкеру. Фейкер можно взять, взяли Фейкера. Но в итоге 2 в 2 разменялись. Подходит Дефт, стреляет по Гуме. Гума уже даблки лутанул. Можно и дальше пойти. Керри, можно флешхук найти какой-то. Керри. Не, ладно, все. 2 в 2 разменялись. Но не так плохо, как могло все быть здесь для дипласов, на самом деле. Так, хук по Келлену. Ну все, Келлен погиб. Кик хороший по Онеру, но Онер с ультой. Тут еще попробуй его убить. Убили, окей. Ракета нормально залетает. Фейкер находит чарм. Окей, Фейкер, кстати, умрет за это. Или? Да. Драка без гумы. Тиван подзалили здесь. Опа, Келлен. Хорошо, взяли Гуму. Просто ваншот от Вейгарчика подъехал. Здесь еще и ультанули Онера. Онер флешаут. И фонарь от Керри. Окей, еще и вышку взяли дипласы. ВП Келлен, красавчик. Еще и стена. Пробил еще шоумейкер. Вейгарчику накрутили там рэнж-кушки, рэнж-вэшки. Можно теперь закидывать нормально. Дальше идет Зиус. Он... Так, Кэнин. Ой! Хук по Келлену, Келлен выпрыгивает на ешке раз, выпрыгивает на ешке два, ультимейт прижимает дефт. Хук по дефту от Керри, какой хук, what the fuck? Дефт умер. Блять, ну посмотрите, что делает Керри. Ну как этот хук попал опять? Это просто таргетный спелл. Все, 2 килла для Тиван, поехали. Я посмотрю две серии. Если нормально все буду себя чувствовать, температура не поднимется. И потом вечером, если буду все еще нормально себя чувствовать, мы будем смотреть Rebels против Heretics Best of 5 наносика. Так, Келлен. Цепанул Гуму. Хорошо, стена. Взяли. Взяли Гуму.
Сюда летает Зиус. Выкинули его из файта. Кенин живет пока. Онер! Допрыгивает, там Керри засолил, по-моему, только что Дефт, а Дефт умер с флешом. Не, все, Тиван выигрывает файт. Гуму, конечно, убили. Но ценой чего? Но ценой чего? Но первая карта какая-то сумбурная. Керри, да, Керри закирил тем хуком на самом деле на нашоре. Ну только не 2-0 эту серию, ну камон. Что тут у нас? Диван, диван, блядь. Диплас на синий, диван на красный опять. Варус, Кененчик и Джейс. У нас баня со стороны Дипласа. Два бана в Диуса прилетело. ЛБ. Оли, щит. ЛБ Виега. ЛБ для Фейкера. Гадем. Ксанта для Канны. Что-то мне не нравится левый драфт. А, Лиссандр в бане со стороны дипласов при этом. О? Они дали фри блэнпик. ЛБ здесь хз. Не, я думаю, что это тоже 2-0. Трум. У них сильная лайн-фаза, у них сильный бот, сильный топ. У них сильная двойка джангл мид. Так, у нас Кенни на спине. Дефт прыгает вперед по гуме. Звуковая волна мимо от Кенни, но пробили Кирю. И в итоге... догорает первая кровь для дипласов. Хорошо. Онер на топе. Давить Ксанта тяжеловато будет здесь с такой двойкой. Фейкер нормально тут шоумейкера пробивает, поддушивает. Бля, ну насколько полезно, конечно, Талия здесь будет, вообще непонятно. Онер. Мне кажется, что Талия будет прям таким. Kinda useless пиком. Опа, цепанули. Хорошо, взяли Кэнина. Фейкер. По дефту дальше с Онером доигрывают. Ой-ой-ой, еще и ресетик для Онера. Яку, ой-ой-ой, чуть-чуть не попал по шоумейкеру. Что-то давить хотят? Керри без маны. У него бинда не будет. Шоумейкер рекольнулся, оставил Келлин на беднягу одного. Келлин, нет, Келлин. Келлин? Окей, разменялся. Выбил еще и флеш из фейкера, но все равно 3 килла для Тиван залетают. Ну и уже для них преимущество. Плюс косарик, 2 килла для Виега. Все, внимание ботлейну. Слишком важный матчап на боте. Так, фейкер. Хорошо, Кэнин забрал фейкера. Онер пытается разменяться. Шоумейкеру больно. Шоумейкер с фушом. Но Онер забрал его. Вэшка не попадает по Кэнину. Разбитое сердце. Тут Келлин подходит. Выпрыгивает Кэнин. Зашаут от Онера. Онер просто двоих почти в соло забрал. Но там уже, да, там сокрушитель богов готов. Онер супер сильный. Так, Дефт, пушечка. Не попадает. А тут уже фейкер, тут уже Онер. Цепанули Кэнина. Кэнин. Флэшаут. Фейкер не доедает. Кэнин и прилетает шоумейкер сюда. Онер, но флэш, Онер, но флэш, Онер, но флэш. И без льты Онера можно убить. Онера взяли. Керри тоже лоу хп, но флэш. Пытается фейкер разменяться в Кэнина. Фейкер! Забрал Кэнина, но есть размен. 2 в 1 в итоге. На топе Т2 падает еще. О, вот это вообще печально для дипласов. Это дракон в размен на Т1 и Т2. Так, шоумейкер прилетает. Цепляет гуму бэшечкой. Хорошо. Дефт получает убийство на гуме. Это было найс. Сори, я бренлагу. Шоумейкер. Странно. Что произошло? Онер. Дочизит, да. Шоумейкер умер. Хотя, вышечка. Но Онер на ускорение бежит. Да. На пятом патче играют.
Так, Кана. Очень больно пробили. Деф там тоже еле живет. Ой, Дипласом бы выйти вообще отсюда еще попробовать. Там могут подчизить. Фейкер прыгает вперед, дабл дисторшн. Ой-ой-ой, флешкью от Кири. Ресета-то нет, онера шотнули. Гадем, Тивана, овер агрессии, сами себя поймали. Зеус? Хорошо, что Мейкер его стопает. Так, ну это, кстати, должен быть третий дракон для дипласов. Кирия... Кирия мудрил сам себя. Так, Кейн стартанул. У него, правда, реколится Шоумейкер, реколится Дефт. Онер 15. Там ТП идет. Тиван хотят подконтестить. Ну, ульте прилетает сюда Шоумейкер. Но, по идее, все-таки должны забрать, да, Диплас? Зеус. Ой, дракон ресетнул, погодите. Келлен. Келлен умрет. Дальше еще и Дефт мисс позиции. Дефт пока кайтит Зиуса. Зиус дофлешивается. Забрали Дефта. Там еще и мегаформа есть. Ой, ну это наш шор. Это наш шорчик. Минус 3 в пользу Тиван. Надо было дропать этого дракона Дипласом. Просто файтить еще раз потом. Но здесь никак не зайти. Фейкер еще Кейнена нашел, бинт, ГГ. Но это Unreal, это Unreal. Это просто Unreal зайти сюда на объект, как-то Кейнену попробовать что-то состилить. Я не знаю, мне кажется, даже не надо было пытаться. Потому что то, что он сейчас погиб, это еще 40 секунд Тиван в большинстве с нашором. Т3 на топе падает. Две стороны точно здесь Тиван заберут. Не знаю, будут ли они пытаться заканчивать с двумя сторонами. С этим Зиус прыгает вперед. Получает довольно сильно, кстати, по лицу Зиус. Не погибает, правда, погибает Кана. Гума. Гилфорс вперед, Еку мимо. Ну и вышли, да. Две стороны забрали. Зиус лоу хп. Рикольчик. Ну и по боту пойдут, скорее всего. Кошка выключена на этом патче в ЛСК. Т3 забрали на боте Тимон. Можно дальше потихонечку идти. Ингипчик можно оформить. Третью сторону. А там Зиус потихонечку уже 4 ломает. Но Дипласам надо что-то пытаться искать. Ингейдж последней надежды. Зиус мегаформой там в спине ищет фланг. Т4 падает. Нет, неужели Тиван закончат? Онер. Но у него еще га есть. Кана. Поймал Гуму. Ну, правда, Кейнена забрали. ГГ. ГГ легкие 2-0 для Тивана. Очередные. 16-1. 16-1 Тиван. Остается одна серия у них в этом сплите. Проиграли в итоге только Ханви Лайф пока. Но и при этом остались у них Нунгшины в воскресенье, поэтому 17-1, почти перфект сплит, если бы не лузик от Ханвы Лайф. Почти перфект сплит. Они так сереворки рубают? Да. Дипласы же, в свою очередь, сражаются за вторую строчку. Ну и вот этим лузиком, несмотря на то, что у них до этого был винстрик 6 побед подряд, они довольно сильно себе усложняют ситуацию, потому что сегодня у нас играют Джинджи против Ханва Лайф следующими. Если Джинджи выигрывают, то у них будет счет такой же, как у Дипласов. И как раз-таки в субботу у нас будет Джинджи и Диплас. И в субботу все решится у нас, скорее всего. Кто займет второе место, кто у нас сразу будет дальше по сетке. Потому что 3, 4, 5, 6 будут играть друг с другом первые Best of 5 на вылет сразу, а потом уже топ-4 будет играть с Дабл Лимом с лузер-сеткой. И там уже будут и вторые шансы, и третьи шансы, и так далее.